Всем доброго времени суток! Сегодня хочу с вами сделать болгарский перчик, фаршированный фаршем, сверху шапочкой из помидор и сыра. Очень вкусное и нежное блюдо. А также подписывайтесь на наш канал, у нас много простых и вкусных рецептов. Итак, давайте начнем. Итак, что же нам понадобится? Фарш домашний, свино-говяжий. Он уже подсоленный, подперченный и еще туда потерта картофелинка. Перчик болгарский, вот такой вот крупненький. Помидорка небольшая и сыр. Перец моем, режем вот на такие кусочки высотой примерно 1,5 сантиметра. Помидорки нарезаем тоненькими пластиками. Сыр трем на мелкой терке. И еще я забыла сказать, вот очень хорошо к этому блюду подходит специя орегано. Прям вот супер аромат дает, просто волшебный. Перец я выложила на подложечку из фольги. Заполняем перчик плотненько-плотненько фаршем. Поверх фарша выкладываем помидорки и присыпаем каждую помидорку орегано. И отправляем в духовку, разогретую на 180-200 градусов, на 15-20 минут. Перчики уже практически готовы. Делаем пышные шапочки из сыра и отправляем обратно в духовку буквально на 3-5 минут. Вот все и готово. Достаем из духовки. Наше блюдо готово. Можно подавать его с овощами, можно кушать как самостоятельное блюдо. Это уже как вам больше нравится. Давайте его посмотрим в разрезе. Вот как наш фаршированный перчик выглядит в разрезе. Посмотрите, фарша очень много. Ароматная шапочка из сыра и помидорок. То есть все осталось сочным и нежным. Всем желаю приятного аппетита. И надеюсь, что до новых встреч!